Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Денис, и мы продолжаем проходить Гарри Поттера и Узник Азкабана. Если вы помните, в прошлый раз мы проходили за Рона, и мы продолжаем вновь проходить за него. Я еще до сих пор не знаю, сколько нам собирать звезд. Вау! А это было больно. Так, я надеюсь, не за время. Было бы... Что? А у нас наверху что-то? Так. Рон, а что там? Объясни нам, пожалуйста. Ой, блин, я сегодня так заколебался. Сегодня было так жарко, что просто... Просто капец. Я думал вообще не выходить по делам. Просто был трешак. Так, мы допрыгнем. Воу! Какого... А зачем? А зачем туда тогда появляться, если... Ну, есть у меня одно предположение, но это... Не факт. Да, не факт. Пам-пам-пам-пам-пара-пам-парам-пам-пам-пам. Конфетные наркоманы. Видно, в этих конфетах что-то... Кокаинческая. Ну надо... Что за фигня произошла? Я что-то не понял. Он типа не долетел, что ли, или чё? Я что-то немножко не могу понять смысл этой игры. В том плане, что... Или надо долететь? Так, подожди. Воу-воу-воу-воу. Полегче, бой. Ты ведь не плейбой? Так, ладно. Немножко косячнули, потому что... Что за фигня? Это типа загрузка ловака? Of course. Воу-воу-воу, бой. Я понимаю, что ты там... Да ё-моё! Так, а как добраться до... А? Так, подожди. Пора-ва! Так, подожди. И как теперь? Так, в смысле, я немножко... Так, это я понял, а... Так, я не понял, а как это все активировать там, не? Можно? Так, стопы, что-то тут... Что-то тут не... Не так. То ли я что-то недопонимаю. Воу. Или мы вернемся назад или вперед. Стоп. Я не хочу туда. Воу. Давай. Ну давай, Рон. Так, что это нам дало? Это дало... Ну щит, это понятно, а... Чё?
И что? Де пульсо! Де пульсо! Что за фигня? Я не пойму. Я понимаю, что вы там нам открыли проход куда-то там, но, блин, что за фигня? Почему тут все нафиг позакрыто? Как я должен это типа? Как я должен это приобрести, если... И как это взять? Как это, блядь, взять? Вопрос. Я никак не могу это взять, понимаете? Вот реально не могу. Я не могу раскачаться там, я не могу ничего принять. И кто-то мне сейчас скажет, ты не допираешь, что делать? Ну, установите игру, попробуйте сами, если вы такие гении российского сыска. Так. Если мы, конечно, вернемся туда, я буду, конечно, рад. Да иди в Банамана. В Банамана иди. Так она, ты чё? Японская мана. На. Ква-ква-ква-ква-ква. Нака на. Нака ника не мани. Ты с собою замани. На. Господи. Давай, 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 давай. Воу. А то, что вы тут появились, маленькие писяндры, я... Я не ожидал. Чё, жаба и всё? И всё? Ладно. Ладно. Ага, чпава. А, воу, подожди. А как эту взять? Стоп. Чувак, я понимаю, а как... А как днище взять? Внизу? Карпе ретрактум! Алокомора! Люмасу! What the fuck? Ладно. Делаем ставки, Рон. Спокойной. Вока. Ладно, хоть что-то взяли. Ой-ой-ой-ой, подожди. Я сейчас извиняюсь. Я... Чихну, потому что работает вентилятор. Бэ. Чтоб не было жарко. Жара просто кошмарная. Да. Ну, активируй, чё там молчишь. Ё-моё, чем дальше, тем веселей. Так.
Но... Так. А что теперь? Раз. Два. Так, что это нам дало? Так. Воу. Ну, это понятно. Подожди. Серьезно? Молодец, Рон. К сожалению, ты нашел не все щиты. Чтобы попасть в призовую комнату, нужно собрать все 10. Ну что ж, если захочешь предпринять еще одну попытку, возвращайся в любой момент. Это было потрясающе! А где мы? Через эти двери мы можем вернуться к выполнению любого практикума. Рон, если хочешь, выполни еще раз практикум по карперетракту. А еще мы можем пойти погулять по школе. Рон, иди первым. Че, Роном играть? Бегуйся! А как переключаться между персонажами? То такая вообще функция есть? Рон, ты хочешь еще раз выполнить практикум по карперетракту? Не, не хочу. Так. Загрузка. Что за фигня? Слушайте, кажется, мы в боковой комнате. Я слыхала об этом месте. Через портреты можно попасть на любой этаж школы. Эх, где бы найти пароли? Гарри Поттер, ты-то мне и нужен. Привет, Фред. А где Джордж? Наверху, в магазине. Гарри, вот тебе подарок на Рождество. Карта мародеров. Она поможет тебе пробраться в любое место в Хогвартсе. Ух ты! Спасибо, Фред! Ты можешь воспользоваться картой в любой момент. Для этого нажми клавишу «Тап». Ладно, идите со мной наверх. Я проведу вас в лавочку. Лавочку? Ну, лады. Лавочка так лавочка. Фред и Джордж продают отличных шоколадных лягушек. Я как раз собираюсь к ним. Хочу поправить здоровье перед матчем по квиддичу. Понятно, что ты там поправить хочешь, маленькая извращенка. Так. О, вот и Хогвартс. Ня. Он, правда, изменился, стал немножко другим, но... Отчасти он почти такой же. Так. Ага. Вот она как. На какой этаж? На третий, что ли? Нет. Ого. А какой этаж? Такой здоровый, что ли? Нифига себе. Профессор МакГонагал! Профессор Дамблдор! Гарри, я рад, что тебе уже лучше. Спасибо, профессор. Возможно, вы уже знаете. Сюда, в Хогвартс, по приказу Министерства магии, прибыли дементоры Азкабанен. Я уверен, что Сириус Блэк и близко не подойдет к Хогвартсу, пока тут ошиваются дементоры. Ладно, ребята, Джордж ждет нас в лавке. Идите за мной. Джордж? Джордж Клуни, да? Так, он будет ждать нас тут, да? Так. Так. Вы же знаете, у меня много дел. Нам надо поскорее заглянуть к Фреду с Джорджем. Так какие у тебя могут быть дела? Ты за нами, с нами идешь, блин. Чё ты тупишь, Гермионка?
А мне как-то страшно, что случилось? Эй, ребята, вам случайно карточки не нужны? 25? Воу. Покупаю. С тобой приятно иметь дело. А еще есть? Подожди. Фред еще ждет нас? Тогда да. Давайте побыстрее доберемся до его лавочки. Не свою коллекцию? Пожалуй, нет. Но все равно спасибо. Ладно, дай мне знать, если передумаешь. Вот она что, она карточками торгует. Так. Ну давайте тогда... Где можно сохраниться? Сейчас попробуем пособирать конфеты. Так, я, наверное, пожалуй, сохранюсь. Так, стоп. Я не туда пошел. Ну, бывает. Чё, тут можно реально заплутать. А, нет, сохранение было, по-моему, в этом. Да, вот тут. В принципе, мы здесь начнем, так что на связи, дорогие друзья. И вновь мы продолжаем проходить Гарри Поттера, поэтому вперед. Так, на какой там нам был этаж надо было? По-моему, на следующий, да? Так. Лавка. Ага, сюда. Так, сейчас, секундочку. Да я вижу, что ты мне махаешь, чувак, подожди. Я просто кофе сейчас хлебну. Сюда? Вот она чё. Фортуна майор. Так. Встретимся попозже. Я вспомнила, что мне нужно встретиться с профессором МакГонагал. Нужно кое-что обсудить. Интересно, в чем дело? ХЗ. Привет, Гарри. Добро пожаловать в нашу лавочку. Ух ты! Только посмотрите на все эти штуки! Просто подойди к любому предмету, который тебе понравится. Мы тебе скажем, что это такое и сколько оно стоит. Ха! Боюсь, на эту покупку у тебя не хватит тыквенного печенья. Понятно. Гарри, это очень ценная штука. Да за нее удавятся все твои ровесники. Отлично, договорились. Так. Гарри, эта карточка обязательно должна быть в твоей коллекции. Ага. Отлично, договорились. Так, окей. О, Гарри, эта карточка совершенно особенная. Просто бесценная. Собери все остальные карточки из этого набора, и она достанется тебе даром. Ясно. Ха, боюсь, на эту покупку у тебя не хватит тыквенного печенья. Ага, понятно. Это очень ценная коллекционная карточка. Ладно, идет. Так. Гарри, это очень ценная штука. Да за нее удавятся все твои ровесники. Отлично, договорились. Ага, понятно. Значит, теперь все за тыквенное печенье. Ясно. Гарри, не забывай. После этого мы должны встретиться с Гермионой и пойти на урок по уходу за волшебными существами. Гарри, мы всегда будем тебе рады. Да понятное дело. О, нет. Пипс.
О-хо-хо-хо-хо! Бедненькие Поти и Визгли. У них нету парольщиков, они не могут пройти по тайному ходику. О, глядите, а парольщик-то у меня. Давай, Рон, нам нужен этот свиток. Отлично! Давай-ка вместе как следует проучим этот паршивый полтергейст. Да. Риктусентра! 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 Нахрен тебя! Куда ты с... Риктусентра! Что вы способны? Давай! Риктусентра! Да вали ты его, нах! Риктусентра! Рон! Рыжий хуй! Мерзкий Визгли, вы еще пожалеете. Какой-то он тут страшный, Пивз. Пароль у нас! Пойдем. Ну да ладно. У нас пароли только для верхних этажей. Думаю, да. Так мы вернемся в боковую комнату. Звездный свет. Совсем скоро начнется урок по уходу за волшебными существами. И в этом году занятие ведет Хагрид. А кто-нибудь в курсе, куда нам нужно идти? Этот урок будет проходить рядом с загоном. Вы на урок по уходу за волшебными существами? Я тоже. Невилл, это же здорово! Пойдем туда вместе. Идем со мной. Пошлите. Раз такое дело. Сейчас глянем. Этот урок будет проходить в загоне. Нам сюда. Да, графика тут вообще супер. Они похожи, кстати, уже из фильма на людей. Особенно Невилл. Супер. Так. Ага, вот тут можно, в принципе, уже... сохраниться. На всякий пожарный. Блин, сейчас будет офигенный просто момент. Я помню его просто по фильму. Ох, какой же он классный этот момент. Пройдите в эти ворота, и вы попадете на урок. Похоже, тут целое нашествие Пикси. Как разделайтесь, Пикси, идите по этой дороге. Там будет урок по уходу за волшебными существами. Выбирай, Гарри. Можно просто так побродить, а можно пойти на урок вместе с Невиллом. Ну, конечно же, мы спасем от этих Пикси. Мы же герои. Пикси! Ну и дела! Нашествие Пикси. Чем мы можем помочь? Заколдуйте колодец, и эта стая тут же всполошится. Чтобы от них избавиться, вам нужно действовать всем вместе. И если с первой попытки со всеми Пикси справиться не удастся, можно попробовать еще раз и еще раз, а в общем, сколько потребуется. За каждую победу в награду положена карточка. Если прогоните из колодца всех Пикси, получите все 5 карточек из набора. Но это дело непростое. Оки-доки. Депульсо! Депульсо! Пойдем за Невиллом. Я совершенно не желаю опаздывать. Риктусентра! Нафиг, нафиг эти Пикси. Полосатые твари. Мочи. Мочи. Мочи маленьких шмакодявок. Ну. Великолепно. Мы получим целых 5 карточек, если сумеем прогнать всех Пикси. Давай.
Так, хп. Так, забрали? Давай, еще раз, раунд третий. По-моему, да. Фейерверк. Нашествие маленьких писечек. Но... Вали. Ну. Да, это уже нашествие, действительно. Но... Ребята, это было просто прекрасно. Так. ХП у нас есть? Так. Депульсо! Рикту Сэмпра! Грёбаные пикси. Нашествие коронавируса. Ё-моё. Мау. Давай, вали. Отлично, Рон. Гермиона, и ты просто молодчина. А, у Рона только ХП нету. Последний, наверное, раунд. Ё-моё. Фейерверк прям какой-то. Рикту Сэмпра! Вали! Сколько их, кошмар! Ура! Получилось! Так тебе, вали отсюда! Скатерти дорожка! Вот это было круто! Ну да, расхерачить колодец к ебеням, это было круто. Никто пиздюлей не даст, офигеть. То, что у вас волшебные палочки-хуялочки.
Так, у нас уже 20 карточек. Ладно. Погнали. Так. Чё там нам эти скажут? Эти ничего, просто ходят. Чё за тыквенное поле? Вы слыхали? В этом году занятия по уходу за волшебными существами ведёт сам Хагрид! Ура! Чё? Ага, понятно. Эпульса! Оу! Вот оно чё. А, там эти штуки валяются. Ясно. О, карточка. Нихера себе, я б не узнал никогда, что тут карточка валяется. Так, а ты не торгуешь ничем, чувак? Нет? Ну и ладно, скучный ты какой-то. Так. Ладно, попробуем это пройти. Попробуем. А, это что такое? Надеюсь, Хагрид не заставит нас трогать эту мерзопакость. Добро пожаловать на урок по уходу за волшебными существами. В этом семестре вас учу я. Знакомьтесь, это Клювокрыл. Он гиппогриф. Сегодня вы поучитесь, как на нем ездить. Гарри, подойди сюда. Иди, поклонись Клювику. Чтобы я кланялся этой мерзкой твари, не дождешься. Привет, Клювокрыл. Хороший, хороший гиппогриф. Хотите набрать много очков? Пролетайте сквозь мышиные стаи. Будешь готов? Щелкнешь правой кнопкой мыши. Вот Клювик и взлетит. Вау. Получилось! Ну ладно. Так, а сколько-то собрать-то надо? Так. Молодец, Клювокрыл! Да блин, чё так резко? Ай, блядь! Ага, уже собрали, да? Блин, ну это выглядит реально очень... Молодец, Клювокрыл! Эпично. Мне нравится. Ну... Ага. Отличненько. Блять, я слишком молодец, высоко взял. Супер. О, карточка! Вот молодец ты, Гарри. Захочете еще полетать? Идите обратно в загон. Это самое, вам нужно совершить 5 полетов, да. И за каждый получите по одной карточке. Вот. Эй, ты урод! Ты ведь совсем не опасен, так? Помогите, я умираю! Он меня убил! Эй, не помирай, слышь ты? Ха-ха. Жесть. Ты думаешь, с ним все будет в порядке? Конечно. Мадам Помфри залечит порезы за пару секунд. Малфой наверняка воспользуется этой ситуацией. Он спровоцировал. Гарри очень волновался за Хагрида. А теперь, когда Малфой принялся корчить из себя тяжелобольного, Гарри начал беспокоиться еще и за Клювокрыла. Кстати, а куда подевалась Гермиона? Нам уже пора на урок трансфигурации. Вы готовы к уроку? Эй, с тобой все в порядке? Что случилось? Просто немножечко устала. Вот и все. Нам пора на второй этаж, или мы опоздаем на урок трансфигурации.
На второй этаж мы можем попасть с помощью портрета. А еще можно пройти по лестнице. Выбирай, Гарри. Второй этаж — урок трансфигурации. Так, ладно. Вот на этом мы и именно закончим. Эй, берегитесь Пивза! Он снова носится по замку и швыряется чем попало. Так что с вами был Денис Кочерга. Хорошо, что вам понравилось, что смотрите, ставьте лайки. От этого зависит просмотры и продвижение канала. Приглашайте друзей, если нас будут также поддерживать, у нас будет тоже новый материал и интересные видосики. Так что всем удачи, всем приятного заканчивания лета. Так что всем до встречи, всем пока.